Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире духовно-просветительская программа «Лампада», в студии Наталья Полянская. Сегодня мы расскажем о торжественном событии прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы деревни Богатырская, о сретенской встрече в Полоцкой епархии и о том, как в Новополоцком храме отпраздновали Масленицу. Храм – это Божий дом, куда верующие приходят со своими радостями и скорбями помолиться Господу. В приходе храма деревни Богатырская состоялся чин великого освящения храма, возглавил епископ Полоцкий и Глубокский Игнатий. У стен храма с торжественными песнями, хлебом, солью и цветами владыку встретил народный фольклорный ансамбль «Голосы спадщины» Богатырского сельского дома культуры под руководством Татьяны Старанник. Человек – это храм нерукотворенный, и храм, сотворенный его руками, оба посвящены Богу, поэтому многое при освящении храма делается подобно тому, что совершается при крещении человека. Человек при крещении погружается в освященную воду, облачается в белую одежду, помазывается миром. Также и престол храма, его главное место, центр алтаря, на котором за божественной литургией совершается самое главное таинство, приносится бескровная жертва за всех людей приложением хлеба и вина в тело и кровь Христовы, омывается, облачается в одежды и помазывается миром. Священнослужители облачились во все священные одежды, а сверху надели белые защитные запоны, передники. Владыка Игнатий окропил верхнюю доску будущего престола святой водой с обеих сторон. Батюшки установили ее на столпах так, чтобы совпали засверленные в ней и в столпах отверстия под гвозди. В эти отверстия влили воскомастих и зачистили ножами. Окропленные святой водой 4 гвоздя вкладываются в отверстия на углах доски. Священнослужители, взяв 4 камня, забили гвозди в столпы, прикрепляя таким образом трапезу к ее основанию. Это знаменует пригвождение Спасителя ко кресту и помазание его снятого с креста тела благовонными ароматами. Сначала престол омыли святой водой, затем его преосвященство трижды крестообразно возлил на трапезу красное вино, смешанное с розовой водой. Батюшки растирали вино по престолу губками досуха. Епископ Игнатий помазал престол святым миром. Поскольку престол имеет двоякое значение – гроба и престола славы Божией, на него возлагается двойная одежда. Нижняя – белая, знаменующая собой плащаницу, которой было обвито тело Спасителя для погребения. И верхняя – украшенная, изображающая его вечную небесную славу. Архиерей окропил святой водой нижнюю одежду престола, и священники надели ее на престол. Затем вервие, веревкой обвязали престол по кругу. На верхнюю одежду, окропленную святой водой, были возложены Евангелие, крест и дарохранительница. Окончив облачение престола и жертвенника, владыка Игнатий со священниками совершили освящение алтаря и всего храма. Владыка крестообразно помазал миром стены, и иерей Александр Калерион окропил святой водой храм. Это знаменует освящение храма благодатью Божию. Затем была отслужена божественная литургия. В храме молились светские власти. В проповеди перед причастием священник Александр Калерион рассказал притчу о блудном сыне из евангельского повествования и отметил: этот пример, дорогие братья и сестры, из Священного Писания дает нам возможность немножко поразмышлять над нашей жизнью. У каждого из нас бывает такое состояние, что мы отступаем от Бога, отступаем от посещения храмов Божиих, отступаем от таинств Церкви и, как и блудный сын, уходим во страну далечу. И уходим туда расточать свое имение. А наше имение – это и есть та благодать, которую мы с вами получали во время общения с Церковью. И вот этот храм, который сегодня был освящен, пусть будет доброй опорой для каждого из нас, пусть будет тем путеводным маяком, который будет привлекать к себе кающихся. И будем помнить слова Спасителя – что нет такого греха, который Бог не мог бы простить. После общего моления епископ Полоцкий и Глубокский Игнатий искренне и сердечно поздравил всех со знаменательным событием и сказал: и хотелось бы, чтобы в этом храме как можно больше людей нашло утешение в своей жизни,
нашло бы для себя укрепление в своей вере православной и нашло бы для себя ту школу благочестия, которая воспитывает людей, преданных Церкви, преданных Богу и преданных своему Отечеству. Приход храма в деревню Богатырское был зарегистрирован 13 марта 2008 года. Началась работа по благоустройству храма, находились благотворители. В 2011 году был установлен крест и купол, в 2015 были установлены колокола. Через несколько лет храм преобразился снаружи и внутри первого и второго этажа. Детская воскресная школа прихода открылась осенью 2019 года. В храме находится чудотворная икона преподобного мученика Николая II, а также икона с реликвиями из Святой Земли. В связи с торжеством и вниманием к усердным трудам и во славу Святой Церкви Полоцкой епархии владыка Игнатий наградил епархиальной медалью священномученика Константина Пресвитера Шарковщинского первой, второй и третьей степени, а также архиерейской грамотой особо потрудившихся. Дети воскресной школы рассказали владыке Игнатию проникновенные стихи и вручили подарки. По завершении каждому были вручены иконки в память об освящении храма. В Полоцкой епархии состоялся съезд православной молодежи «Сретенские встречи». Около 150 молодых людей из всех благочиний близлежащих регионов приняли участие. Сретенские встречи возглавил епископ Полоцкий и Глубокский Игнатий. Начался праздник с божественной литургии в Богоявленском кафедральном соборе города Полоцка. По окончании богослужения архиепастырь обратился к прихожанам со словом назидания. Глядя сегодня на присутствующих в храме, мы видим будущее нашей церкви. Мы знаем, что в нашей церкви есть молодые люди, которые сохраняют веру и благочестие, и которые продолжат те добрые традиции наших отцов и прадедов, и дедов благочестивых. И будут стараться не только говорить о том, что нужно жить по-христиански, но своим примером приводить еще много и много людей в храм. По окончании сделали фото на память. Участники встречи посетили Полоцкий Спасо-Ефросиньевский Ставропигиальный женский монастырь, помолились у святых мощей преподобной Ефросинии Полоцкой, приложили святыням обители. Продолжилась встреча на базе Полоцкого педагогического колледжа. Смысл мероприятия, наверное, молодежного в том, чтобы ребята зажглись какой-то идеей, чтобы ребята увидели о том, что, да, слушайте, это же ведь здорово. Оказывается, в церкви это не только же ведь богослужение, оказывается, церковь — это вся моя жизнь. Я пою, я могу выйти на сцену перед владыком спеть. Я танцую, я могу выйти, станцевать перед ребятами. У меня есть какой-то другой талант. Оказывается, все это нужно для Бога. Знаете, наверное, когда новый человек понимает о том, что он нужен Богу не в каком-то идеальном сечении, вот, выверенный, а он нужен Богу таким, каким он есть. Ну, если он любит читать стихи, да, он нужен Богу таким, любящим стихи. Если он любит петь, он нужен Богу тем, кто любит петь, потому что он радует людей. И всегда это вот немножко волнительно, но вместе с тем ты прекрасно знаешь о том, что у тебя есть друзья. Ребята, друзья, и, наверное, когда ты на них смотришь, не смотришь, как на младшее поколение, да, все же смотришь на тех, кого тебе дал Бог, да, и о том, что тебе нужно их возрастать, и ты прекрасно понимаешь, если с ними быть так очень далеко, это плохо. Если понебратство, тоже не сильно хорошо. И нужно всегда найти эту золотую серединку. Здесь присутствовало духовенство епархии, руководители православной молодежи всех благочиний и молодые люди. Приветственным словом праздничные мероприятия открыли управляющий Полоцкой епархии владыка Игнатий и член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, директор Полоцкого колледжа Татьяна Полушкина. Если заглянуть в историю, то, как правило, просветители и служители церкви, они всегда шли вместе, выполняя одну очень важную миссию. Они духовно воспитывали человека, они заботились о человеке. И вот очень приятно сегодня видеть, что владыка Игнатий заботится о человеке и начинает именно с работы с молодежью, потому что молодежь – это наше будущее, будущее нашего города, будущее нашей области, нашей страны. Это очень важно для каждого из нас. И я уверена, что владыка Игнатий и служители церкви постоянно просят у Всевышнего помощи
помощи в воспитании и проживании нашей молодежи. Мы это чувствуем каждый день. Я хочу вам пожелать всем любви. Помните, любовь есть Бог. Бог нам дал любовь. Далее состоялась презентация православных молодежных групп «Инициатив». Каждая молодежная группа прихода подготовила презентацию о своей деятельности и выступила с творческим номером. Выступления порадовали и удивляли своим разнообразием и творчеством. Каждая презентация православного содружества отличалась проектным содержанием организации и координацией участия в церковных, общественных и государственных праздниках и мероприятиях. Но всех участников съезда православной молодежи с рейтинские встречи объединила любовь к Богу и стремление жить по заповедям Божиим. Музыкальным поздравлением для присутствующих было выступление учащейся Полоцкого педагогического и Новополоцкого музыкального колледжа, а также презентация о Полоцком кадетском училище и вальс в исполнении кадет. По окончании мероприятия руководитель отдела по работе с молодежью Полоцкой епархии протоиерей Игорь Чищукович подвел итог деятельности православной молодежи и озвучил перспективы и планы на текущий 2020 год. Всем присутствующим в зале епископ Полоцкий Глубокский Игнатий преподнес иконки с образом священномученика Константина Жданова, пресвитера Шарковщинского. Самое замечательное, что есть это правильное христианское настроение у нашей молодежи и желание нести свою миссию, нести весточку о Христе в этот окружающий их мир, достаточно сложный, насыщенный различными соблазнами и искушениями, но то, что они готовы противопоставить свою твердую веру, свою дружбу, свое братство. И фестивали, которые проходят в Полоцкой епархии, их около 6 ежегодных фестивалей, они как бы являются такими отправными точками. Молодежь встречается, потом проходит время, они ждут, когда настанет следующий фестиваль. И вот мы сейчас провели фестиваль перед началом Великого Поста и будем ждать уже новых пасхальных встреч в городе Поставы. И все эти встречи, они исполнены необыкновенной любви, необыкновенной атмосферы. Хотелось бы пожелать, чтобы и в нашем обществе как можно больше было доброты, радости, любви и счастья. Бог всем нам в помощь. Закончилась встреча молитвой и чаепитием с масленичными блинами. Сегодня поучаствовали с большим удовольствием в таком мероприятии. Получили огромное удовольствие, посмотрели действительно на нашу молодежь, что есть такие дети, которые талантливы, а которые живут с Богом, которые обрели смысл жизни, на которых действительно, мне кажется, и остальные должны смотреть как пример и равняться. Ну, мало того, что еще хотелось бы отметить само место, вот это, мне кажется, очень важно, которое ничего же не бывает зря, да, и случайности в нашей жизни, в котором это было проведено мероприятие. Все-таки педагогический колледж, мне кажется, это самое такое вот важное место, откуда потом разлетаются вообще наши педагоги, которые будут учить наших уже там внуков, детей. Если вот мы посеем в них своим примером, во-первых, педагоги в них посеют, мы родители, которые участвуем в их жизни, они все вместе все это получается, они будут источником вот этого всего, что они смогут нести. Масленица – это подготовительная неделя к Великому посту. Христианская составляющая посвящена примирению с ближними, прощению обид, подготовке к покаянному пути. На Руси Масленица отмечалась как радостный праздник. В памяти встают картины веселых зимних дней, наполненных вкусным запахом блинов, перезвоном колокольчиков. В воскресной школе прихода храма иконы Божией Матери «Нечаянная радость» города Новополоцка решили провести Масленицу по русскому христианскому обычаю и напомнить детям воскресной школы о традициях этого праздника. Мероприятие проходило в форме путешествия, которое состояло из 4 станций. В начале праздника ребята оказались на окраине города, там их встретила хозяюшка, которая поиграла с детьми и родителями в русскую народную игру «Ручеек». Все радостно и весело водили весенний хоровод. Затем отвечали на вопросы викторины. Приятно было слышать, как малыши знают все ответы благодаря посещению уроков в воскресной школе. Далее ребята направились в домик сказочницы, где был представлен кукольный театр, в котором они услышали поучительную сказку. Этот рассказ показал детям, что нужно быть благодарным Богу за все то, что имеешь. Детки подготовили песни, танцы и стихи. Следующая станция ждала детей на колокольне,
Там ребята узнали, как благочестивому русскому обычаю заканчивается праздник Масленица. Воспитанники, отвечая на вопросы, поделились, легко ли им прощать и просить прощения. Под песню «Ой, блины, мои блины», которая очень понравилась всем участникам, радостные дети и родители направились в трапезную. Мы хотели показать этим праздникам, какие традиции можно осуществлять в церкви, а какие все-таки нельзя. Раньше, испокон веков, блин был языческим символом, но прошло время, и он стал воцерковляться, и сейчас уже церковь ничего не имеет против такого угощения. Но вот такой обычай, как сжигание чучела, все-таки его не должно присутствовать на празднике. И чтобы у детей не искажалось впечатление, они видят один праздник в городе и видят у нас, и это совсем разное. Там сжигают чучело, здесь нет. Мы хотели показать, что этого не должно быть. Дети сейчас, к сожалению, играют только в телефонах, в компьютерах, а на улице они появляются очень редко, и если появляются, то тоже с этими же телефонами. Хотелось бы познакомиться с играми, с которыми можно поиграть во дворе с своими друзьями, в школе, научить их этим играм. Матушка Людмила ждала родителей и детей с заданиями и угощениями. Сначала дети пропустили в трапезную своих пап и мам, показав этим уважительное отношение к своим близким, а затем и сами отведали масленичные лакомства и блины, делясь своими впечатлениями. Мне понравилось играть в сказочнице, водить хороводы. Вообще все понравилось. И стол, который наши встречают, тоже. Мне очень понравилось, как мы играли в ручеек. Очень понравилось, как мы смотрели кукольный театр. И что у нас такой большой стол. Вы смотрели духовно-просветительскую программу «Лампада». В студии была Наталья Полянская. До свидания. До новых встреч.